Прошлым летом в Ереване был приятно впечатлен. До этого никогда даже не задумывался, какая умная молодежь в столице Армении. Зашел в один из местных салонов сотовой связи, чтобы купить себе сим-карту. Понятное дело, лето, кроме туристов, еще и понаехавшие армяне из разных диаспор. Народу тьма. Взял номерок и стал дожидаться своей очереди. Наблюдая за происходящим, офонарел. Сидят молодые люди, операторы за своими столами, принимают клиентов. И тут я обратил внимание, что каждый из них говорит с клиентом на том языке, на каком обратился этот самый клиент. И на армянском, и на русском, и на английском, довольно хорошем, надо сказать, и на французском, даже на фарси и арабском языках. Такое ощущение, словно попал не в МТС, а в МГИМО. И это еще не все. Я каждое лето бываю в Армении, но никогда и нигде не слышал ни от кого, тем более от детей и молодежи, что-то нелицеприятное в адрес азербайджанцев или Азербайджана в целом. Такое ощущение, словно о них постоянно думают только армяне диаспоры. Все ж чего-чего, а для армянских родителей, как было исторически важным, привить детям образование. И так осталось нынче. Да и дети в Армении, в зависимости от возраста, больше увлечены IT-технологиями, робототехникой, шахматами, а самые маленькие увлечены книжками. Они читают армянские народные сказки, эпосы о Давиде, легенды, дошедшие до нас древних времен и средневековья. Особенно популярны баснописцы Армении Ломпиан, Вардан Айгекци 13 века или Аванес Туманян. В Армении издревле писали и для детей, а басни уж тем более. Получается, армянским детям есть чего читать, а о том, что кроме армян есть еще и другие народы, живущие рядом, армянские дети узнают, листая атлас, изучая географию, природу края и так далее. Судя из потоков информации в Азербайджане, все чревато. Азербайджанским детям приходится питаться другими сказками, страшилками об армянах. Чуть ли не из детского сада. Вместо кашки манной. Дети, как называется наша родина? Азербайджан! Правильно. А вы знаете, кто враги Азербайджана? Кто наши враги? Армяне! Армяне. Почему они наши враги? Кто мне скажет? Они наших людей убивали. Ага, еще кто что может сказать? Еще что они сделали? Они убили всех наших солдатов. Ага, хорошо. Давайте поговорим. Сегодня 26 февраля, день геноцида Ходжалы. Давайте посмотрим на нашу карту. 20% земель Азербайджана оккупированы армянами. Такие районы, как Кельбеджер, Ахдам, Кубадлы, Шуша, Физули. Один из таких районов также является Ходжалы. Еще они там захватили одно место, где есть ресурсы всякие, золото. Правильно, Юнис. Итак. И воспитатель дура. Дура набитая. Ребенок отвечает: армяне убили. А она ему в ответ: ага, хорошо. Еще что они сделали? Они убили всех наших солдатов. Ага, хорошо. Действительно, что тут плохого? Беда в том, что эти дети растут и в глаза не видели армян. Если взрослые жили рядом с армянами, делили какой-никакой общий стол, то нынешнее зомбированное поколение лишено этой прелести. И никогда не увидят, если, не приведи Господи, не станут выезжать за пределы своей страны. В лучшем случае по телевизору только будут видеть армян. В зарубежной музыке, в зарубежном кино, в телепередачах и прочее. Лучше расскажите им сказку про Джертана, про овчи Перима, которую рассказала еврейка. А в Азербайджане эта сказка приезжей еврейки стала так популярна, что называют сказку народной азербайджанской. Пусть хоть так.
Но не травмируйте психику детей страшилками об армянах или еще о каких-то там народах. Даже до абсурда доходит, как вот в этом самом сюжете. Саркисян, освободи наш Карабах, землю, нашу землю, родную землю освободи. Daha sonra isə Sarkisyanı terrorçu adlandırır. Ты террорист! Ты террорист! Ты террорист! Ты ответишь мне! Ты еще как ответишь мне! Bundan sonra sən bilirsən, Qarabağı qaytarmasan nə baş verəcək deyir və əminliklə əllərini belinə qoyur. Освободи нас, Карабах! Представьте себе, Азера ТВ гордится ребенком, приехавшим с папой из России, из Астрахани. Мол, мальчик феномен, очень крутой. Он в России в школе всем рассказал про убийство азербайджанцев армянами. Про Ходжалу и рассказал. Первый, кому он рассказал, это его русский одноклассник Антоша. Тот был в ужасе. И вот теперь папа с сыном приехали в Баку с отчетом. Мол, вот какой у меня сын. Вот чем он в школе в Астрахани занимается. Вот какой молодец. Ну, мальчика и показали по телевизору азербайджанскому, ставя в пример. Вот вам и ужастики. Интересно, как учится этот мальчик? И, боже упаси, всех этих Антонов, Вань, Кириллов, Петь, Андрюш и прочих от таких вот одноклассников. Особенно, если Антонам 7-8 лет. Ограждать детей надо от тех, кто уже заразился этой заразой. Жаль мне их, детей этих. А папу надо бы депортировать на родину, в богатый Азербайджан. А то плодятся подобные папы из Апшеронского полуострова очень быстро и много. И вырастают из их детей подобные идиоты. Люди с малых лет прикованы к вниманию антиармянской истерии. И это очень удобно. Чем больше этот народ будет грабить Алиево-Пашаевский клан, тем больше будут ссылаться на армян. Мол, к войне готовимся, современное оружие надо закупать. Так есть и сейчас, так будет и при следующем президенте Мехрибам Ханум Алиевой, и при последующем после нее президенте Гейдаре II Али. Недавно даже увидел на канале YouTube, я уже не помню, что я смотрел, где некий азербайджанский парень, а там сюжет был о Баку, и перечислены люди известности выходца из Баку. Так вот этот азербайджанский парень там пишет, что сколько миру дал известных людей Баку. И начинает хвастать, перечислять, и далее подписывает. Даже армян обучил. Представляете? Даже армян научил. Вай астагфируллах, ай вичдансыз, ай ахмах. Сен өзін яздығыны білерсен, хейван оғлу хейван.
Bakıda əksər həkimlər və müəllimlər ruslar, ermənilər, yahudilər idi. Azərbaycanlılar az biz qismi təşkil edirdi. Bu hal Respublikanın paytaxtında baş verirdi. Əgər mənə inanmırsansa, onda bu haqda öz atandan soruş. O atandan ki, sənin kimi belə bir heyvanı böyüdülmüşdür. Hələ üstəlik rus dilində də yazırsan. Kimlər üçün? Ruslar üçün. Rusiyada ruslar ermənilərin Rusiya üçün nələr etdiklərini və eləcə də Azərbaycanlıların nə etdiyini çox yaxşı bilirlər. Zarafat eləmə, qədər. Namus da yaxşı şeydir. Baku действительно породил много талантов. Но кто они? Азербайджанцы? Может, Рихард Зорге азербайджанец? Может, академик Ландау азербайджанец? Может, ученый Адамян азербайджанец? Или братья Гусманы? Или Евгений Петросян? Или кто там? Владимир Меньшов? Или Иммануил Виторган? Они азербайджанцы? Или Гарри Каспаров? А может, Долина? А может, Багдасаровы, знаменитая семья дрессировщиков? Один Муслим Магомаев, только и тот не азербайджанец. Можете прочитать его биографию сами в открытых источниках без моих ссылок. А известно ли тебе, Гадяш, кому ты должен благодарен быть за то, что в 20-х годах 20 века татар, как называли твой народ в те годы, посадил за парты комиссар народного просвещения в Баку Арташес Алтунян. Грамотных у вас было всего 2%. И вы пишете, даже армян научили. Да в том же Баку армянская школа появилась значительно раньше, чем азербайджанская. Она же татарская. Аж в 1860 году. Построена Тергивандяном. Я уж молчу о министре народного просвещения Российской империи, армянине Иван Давыдовиче Делянове, который распорядился впервые в Баку и его окрестностях строить школы для татар, которые были неграмотными. А таковыми были, как я уже говорил, почти 98% татарского населения, нынешних азербайджанцев. Так что вспомните, кто вас за парты посадил. Делянов, а то научили. А детей впрямь очень жалко, ваших. Не пропустите, кстати, следующий выпуск. Он будет достойным дополнением этого и наглядно покажет, чем должны гордиться отцы и дети на примере одного юноши. До встречи. Халялики.